УФСИН в лицах. В Доме национальности открылась необычная фотовыставка о людях твердых, добрых и веселых. На кадрах целый репортаж о сотрудниках службы исполнения наказаний. Экспозиция открылась в преддверии профессионального праздника офицеров. Целью выставки является показать сегодняшний день уголовно-исполнительной системы и, конечно же, людей, которые в ней работают. Над проектом мы работали около 2 месяцев. В течение этих 2 месяцев были подготовлены больше 200 фотографий, но, к сожалению, в выставке участвуют только 52 работы. Остальные работы можно будет увидеть в следующем году. Название выставки – цитата Петра I о тюремном ремесле. Организаторы посчитали, что именно эти слова лучше всего отражают суть работников УФСИН. Несмотря на то, что снаружи кажется, что они жесткие, в действительности это люди добрые. Некоторые фотографии здесь снабжены небольшими комментариями, цитаты сотрудников УФСИН. Например, вот это: «Цель воспитателей – помочь осужденным найти внутреннее спокойствие, освоиться в коллективе и, отбывая наказание, начать готовиться к созданию новой свободной жизни». Есть здесь фотографии черно-белые, словно стоп-кадры старинных фильмов. Можно увидеть работы и в цвете. Часто это нежные, немного приглушенные портреты. Снимки показывают все как есть, другой мир, но таких же, как и все, людей. И у нас очень часто, да, в кино, в телевидении показывают какой-то некий такой негативный образ сотрудника этой системы. На самом деле точно такие же люди, очень приятные в общении, которые нам помогали, подсказывали и всячески поддерживали, сопровождали. Необычные фотографии обычных людей в погонах могут увидеть все желающие. Выставка будет работать до 25 марта. Остальные фотоработы покажут на 140-летие уголовно-исполнительной системы. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.